It's okay? Yeah. Oh. You got a bash? Up to you, Guru Maharaj. He said they have no special rules. Go back to Vrindaki. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, reading from Bhagavad Gita, chapter 4, verse number 1. Читаем Бхагавад-гиту, глава 4, текст номер 1. Шри Бхагаван увача. Шри Бхагаван увача. Имам вивешвате йогам. Имам вивасвате йогам. Проктавам ахам авьяям. Проктавам ахам авьяям. Вивешван манаве праха. Вивасван манаве праха. Манурикшва каве бравит. Манурикшва каве бравит. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Imam Viveshvate Yogam. Imam Vivasvate Yogam. Proktavan Aham Avyayam. Proktavan Aham Avyayam. Viveshvan Manave Praha. Vivasvan Manave Praha. Manurikshva Kave Pravit. Manurikshva Kave Pravit. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Imam Viveshvate Yogam. Imam Vivasvate Yogam. Proktavan Aham Avyayam. Proktavan Aham Avyayam. Viveshvan Manave Praha. Vivasvan Manave Praha. Manurikshva Kave Pravit. Manurikshva Kave Pravit. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Имам Вивасвате Йогам. Имам Вивасвате Йогам. Проктаван Ахам Авьяям. Проктаван Ахам Авьяям. Вивасван Манаве Праха. Вивасван Манаве Праха. Манурикшва Каве Бравит. Манурикшва Каве Бравит. Шри Бхагаван Увача. Имам Вивасвате Йогам. Проктаван Ахам Авьяям. Вивасван Манаве Праха. Манурикшва Каве Бравит. Маричис? Пословный перевод. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Верховный Господь сказал. Верховный Господь сказал. Имам. Имам. Эту. Эту. Вивасвате. Вивасвате. Богу Солнца. Богу Солнца. Йогам. Йогам. Науку о взаимоотношениях, науку о взаимоотношениях индивидуального существа и Верховного Господа. Индивидуального существа и Верховного Господа. Проктаван. Проктаван. Объяснивший. Объяснивший. Агам. Агам. Я. Я. Авьяям. Авьяям. Вечно. Вечно. Вивасван. Вивасван. Вивасван, Бог Солнца. Вивасван, Бог Солнца. Манаве. Манаве. Отцу человечества. Отцу человечества. По имени Вайвасвата. По имени Вайвасвата. Праха. Праха.
поведал Ману, Отец человечества, Икшвакаве, Царю Икшваку, Абравит, поведал. Перевод. Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал ее Ману, Отцу человечества, а Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь рассказывает историю Бхагавадгиты, произведение, которое дошло до нас из глубины веков, и было сначала поведано Богу Солнца, а также царям, правившим на всех остальных планетах Вселенной. Главная обязанность всех царей во Вселенной – защищать подданных, поэтому они должны усвоить науку Бхагавадгиты, чтобы править государством должным образом и уметь ограждать своих подданных от вожделения, рабами которого они могут стать. Человеческое тело дается нам для того, чтобы мы могли обрести духовное знание и восстановить свои вечные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Поэтому главы всех государств и правители всех планет Вселенной обязаны учить своих подданных этой науке, используя средства образования, культуры и религии. Иными словами, правители всех государств должны способствовать распространению великой науки сознания Кришны, чтобы с ее помощью люди могли воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет человеческая форма жизни, и достичь совершенства. Полубога, правящего Солнцем в эту эпоху, зовут Вивасван. Солнце является движущей силой всех планет Вселенной. В Брахма-самхите Господь Брахма говорит: «Я чакшур эша савитаса калаграханам, раджа самаста сурамурти рашеша теджах, я сяги я брамати самбрита калачакро, Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами». Я поклоняюсь Верховной Личности Бога Говинде, Кришне. Он изначальное существо, и по его велению Солнце, Царь всех планет, излучает огромное количество тепла и света. Солнце, называемое Оком Господа, движется по орбите, повинуясь его воле. Солнце, Царь всех планет, и Бог Солнца Вивасван повелевает этой планетой, которая управляет всеми остальными планетами, обеспечивая их теплом и светом. Солнце вращается по орбите, исполняя волю Кришны. И именно Бога Солнца Вивасвана Господь Кришна сделал своим первым учеником, которому он поведал науку Бхагавадгиты. Таким образом, Гита – необычный философский трактат, представляющий интерес только для жалких мирских ученых, а авторитетная книга, в которой изложено знание, пришедшее к нам из глубины веков. Ом гьяна тмарандасья гьянанджана шалакая чакшур милитам йена тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале своям рупа кадамаям дадати свападантикам Пандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Сакрачатам Сахагана Рагнатам Витам Там Сачейвам Садвайтам Савадутам Парижана Сайтам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамшча Хе Кришна Карна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванешвари Ришабанусуте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рубьяща Крипа Синду Баевача Патита Нам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васа Йора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна.
Rama Hare Hare. So in the third chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna was describing Karma Yoga. Now he's going on to describe transcendental knowledge. А в предыдущей третьей главе Бхагавад-гиты Кришна рассказал карма-йогу, и теперь, переходя к четвертой главе, он описывает трансцендентное знание. One may do activities, one may do work without understanding, without knowing why he's working and for whom he's working. Деятельность должна предполагать знание о том, кто действует и зачем действует. So on a higher platform, one will have some knowledge. Therefore, Krishna is now speaking this transcendental knowledge. А человек может бездумно выполнять работу, не понимая зачем и почему, но на более высоком уровне человек должен обладать знанием об этой работе, и поэтому Кришна открывает трансцендентное знание. So where does this knowledge come from? This knowledge is given here in the scriptures, like Bhagavad Gita. И откуда к нам придет это знание? Оно придет из богооткровенных писаний, таких как Бхагавад Гита. So Lord Krishna explains that this Bhagavad Gita was not just spoken only 5,000 years ago. И Кришна в этом стихе объясняет, что Бхагавад Гита не была впервые рассказана 5,000 лет назад. It's eternal knowledge. It goes back many millions of years. Это вечное знание, и оно пришло много миллионов лет назад. And it doesn't just belong to India. И оно не принадлежит только Индии. Lord Krishna is describing how many millions of years ago it was spoken to the sun god. Кришна говорит здесь, что много миллионов лет назад это знание было поведано Богу Солнцу. Of course, this will be a surprise to many of us to think, how is it possible anyone could live in this sun planet? Многих, возможно, это очень удивит о том, что неужели кто-то может жить на планете Солнца. Isn't the sun planet very hot? Isn't there all fire there? Разве это не огненная земля? Разве это не огненная планета, от которой, на которой очень горячо? So how is it possible there could be a person living there who's the god of that planet? Как может быть так, что на этой планете кто-то живет и у этой планеты есть управляющий полубог? Well, just like on this Earth planet, we have a body made of earth and water and things like that. This body, the human body on the Earth planet, is made of earth and water. On the Sun planet, the living entities have bodies of fire. Точно так же, как на нашей планете Земля, мы носим тела, сделанные из земли и воды, ну, такой комбинации. Также на планете Солнце существуют тела, которые представляют собой огонь. And there's the personality over all the other living entities there on the sun planet, and that's the sun god. И есть главное существо, повелевающее всеми жителями планеты Солнце, и это полубог Солнца. And the name of the sun god is also given here in the Bhagavad Gita, that his name was Vibhishan. И в Бхагавад Гите в этом стихе приводится даже имя Бога Солнца, это Вибхишан. So it's described how the sun god received this knowledge from Lord Krishna, and then he gave this knowledge to his son. И так в этом стихе описывается, как Господь Кришна поведал это знание, принес его и поведал его Вибхишану. And the son of the sun god is described to be Manu, who is the father of mankind. А далее Бог Солнца поведал его своему сыну, а тот сын рассказал, в свою очередь, Ману, прародителю человечества. And then Manu gave this knowledge to his son, who was Ikshvaku. Отец человечества Ману передал это знание своему сыну, которого звали царь Ikshvaku. Ikshvaku was also a king, a saintly king. Это был один из святых царей. So it's important for us to understand why this knowledge was given to these persons. Для нас важным, пожалуй, будет понять, почему это знание было передано именно этим личностям. The kings were responsible for protecting the citizens and ensuring they got proper education. Обязанностью царя в те времена было защитить своих подданных и должным образом обучать их. Of course, nowadays we don't have many kings. They've all been removed because often the kings became corrupted.
В наше время мы редко где можем встретиться с присутствием царей, поскольку они были устранены вследствие своей коррумпированности. With the corruption and degradation of the kings, then the governments would take over and rule the countries. Когда цари становятся коррумпированными и дисквалифицируют себя, тогда правительство их снимает с должностей. We know in Russia also you had rulers, there were kings, rulers, but they didn't do a very good job. The people were not satisfied with them. Даже в вашей стране когда-то была царская власть, но потом эту царскую власть упразднили вследствие того, что люди были недовольны ее работой. In France there was a famous revolution. Во Франции также была известная великая революция. In France it said that when at the time when they were ruling, the king and queen, the queen of France was told that the people of France are all starving. They have no money to buy bread. В те времена, когда Франция была монаршей, тогда монархией, тогда правила одна королева, и результатом управления было таково, что люди голодали и не на что было купить даже хлеб. So when she heard that the people have no money for bread, she said, "Well, why don't they eat cake then?" И когда она услышала, что когда она узнала о том, что у людей нету в доме хлеба, она удивилась и сказала, почему они тогда пирожные не едят. In other words, she didn't really care about the people. То есть это означает, что она вообще понятия не имела о жизни людей. And shortly after that, there was a revolution. Вскоре после этого произошла революция. A famous revolution. Это очень известная великая французская революция. And they cut off the heads of all the kings and queens, all the royal family. И всей королевской фамилии отрубили головы. And some of them ran away to England. И потом часть из них даже бежала в Англию. So that's what happens when the kings don't take care of the people. Вот что случается, когда цари не оказывают должной заботы своим подданным. So what's being described here in the Bhagavad Gita is something which took place long, long ago, long millions of years ago, and not on this planet, but on the sun planet. И в сегодняшнем стихе мы читаем о том, как это знание было много-много лет назад передано, причем передано не на нашей планете, а на планете Солнца. So we can understand this knowledge of the Bhagavad Gita. It's not something new, but it's the oldest knowledge. Поэтому мы должны сделать вывод, что знание Бхагавад-гиты не является чем-то новомодным. Это древнейшее знание. And it's meant for people all over the creation, that even the sun god himself took advantage of this knowledge. Это знание может принести благо всем, поскольку даже Бог Солнца извлекает благо от этого знания. And he passed it on to his son. И не только сам извлекает благо, но и передает это знание своему сыну. And in this way the knowledge came to this planet. Таким образом это знание распространяется по планете. So the knowledge was given to the rulers, because the rulers would distribute the knowledge to the people under their care. И это знание, прежде всего, было поведано правителям, поскольку правители ответственны за то, чтобы внедрять знания в массы людей. Just like if you have some knowledge how to cure cancer, then we would want to share it with other people. Например, если вы обрели знание о том, как победить рак, то вы будете стараться поделиться этим знанием как можно с большим числом людей. We know that many people die every day practically because of cancer, and they die often very painful death. В наше время чуть ли не каждый день люди умирают от онкологии, от рака, и плюс это еще очень болезненное состояние. So if one has the knowledge how to cure that disease, they would want to share it with everyone.
tell everyone. И если вдруг вы обрели знание, как победить рак, то вы захотите поделиться этим и рассказать как можно большему числу людей. Similarly, the knowledge from Bhagavad Gita is very powerful, very special, and it's meant to be distributed. Распространено каждому. So it was arranged by Krishna himself to give this knowledge to the most responsible people. И Кришна устроился таким образом, что дал это знание в первую очередь самым ответственным представителям. And they would take this knowledge and they would give it to the people under their care. И они взяли это знание, обретя это знание, они стали уже распространять его дальше в массы. The knowledge has to be passed on very carefully, without any change, without alteration. Ответственность таких личностей заключается также в том, чтобы передавать это знание без изменений и искажений. Very special thing. But has to be, if we make a little change, or if we put something in which shouldn't be there, or take something out which should be there, then everything is ruined. Это очень важный момент, поскольку если кто-то будет считать вправе что-то изменить, что-то убрать или добавить, то все будет разрушено. Just like if you have a mail, if someone sends mail to you, you don't want someone tampering with your mail and putting something in there or taking something out from the mail. Так же, как если идет письмо, то в этом письме не должно быть, чтобы каждый мог менять, убирать или добавлять какие-то слова или менять смысл этого послания. You expect the postman simply to bring the mail without doing anything, without making any changes to the mail. От почтальона мы ожидаем, что он просто доставит письмо по указанному адресу, не внося туда никаких изменений. The postman's job is simply to deliver the mail, not to add anything and not to take anything out. Задача почтальона – доставить почту, а не вносить изменения в нее. So similarly, this message of Bhagavad Gita is meant to be transmitted in a similar manner. Точно так же знание Бхагавад-гиты должно передаваться авторитетными представителями по той же схеме. Unfortunately, there have been many different editions of Bhagavad Gita, and they do not present the real message of the Bhagavad Gita. К сожалению, с течением времени в Бхагавад-гиту внесли очень много изменений, так что она перестала представлять знание, которое в ней заключено. They simply put their own message. Sometimes people have their own philosophy, and they put their own message into the Bhagavad Gita. И все стало таким, что эта Бхагавад-гита уже представляла просто какую-то точку зрения или учение какого-то комментатора. Because the Bhagavad-gita is respected and well known everywhere, many people have heard of it, so people often take advantage of it to put their own message. Бхагавад-гиту пытаются эксплуатировать, так как она очень уважаемая, писание и почитаемое широко, поэтому многие эксплуатируют Бхагавад-гиту, внеся туда свои корыстные изменения. There's something like 600, more than 600 different editions of the Bhagavad Gita. Существует не менее 600 переводов Бхагавад-гиты. And every day, every year, there's more and more editions coming out, different versions. И с каждым годом это число увеличивается. Бхагавад-гита появляется все в новых и в новых интерпретациях. One man wrote a Bhagavad Gita in which he said Krishna is like a doctor and Arjuna is like a patient. Какой-то комментатор придумал, что в Бхагавад-гите Кришна это доктор, а Арджуна это пациент. And then he went on to explain different points in the Bhagavad Gita in terms of disease, in terms of health problems. И что знание или суть, которая рассматривается в Бхагавад-гите, это не что иное, как описание различных болезней и проблем здоровья. So the whole message of Bhagavad Gita was actually lost by his interpretation.
И вследствие такой интерпретации вся суть или смысл Бхагавад-гиты была утрачена. Someone else explained, they tried to explain that Kurukshetra is like the body, and the Pandavas, including Arjuna, are like the five senses. Другой комментатор сочинял, что поле битвы Курукшетра — это не что иное, как тело на самом деле. А пятеро пандов, включая Арджуну, — это пять чувств. Again, this is another interpretation, which has no real point in relation to the actual text of Bhagavad-gita. Но это не что иное, как измышления, которые не имеют ничего общего со смыслом Бхагавад-гиты. So people write Bhagavad-gita as they think it is, or as they want it to be. But not as it is. Поэтому они превратили Бхагавад-гиту в Бхагавад-гиту, которую они хотели бы видеть или которая она могла бы стать, вместо того, чтобы она была такая, как она есть. So we're presenting in our lectures and our classes on the Bhagavad-gita. Here you can see our edition of Bhagavad-gita. It's presented by our founder Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And he's presenting the message as it is received through the cyclic succession. Мы же представляем Бхагавад-гиту вот в этом издании с комментариями основателя Ачарьи Бхактивиданты Свами Прабхупады, который является уполномоченным представителем ученической преемственности. The message is passed down through a line of spiritual teachers. Ученическая преемственность продолжается через непрерывную цепочку духовных учителей. The first teacher was Krishna himself, who spoke the Bhagavad-gita. Первым учителем, звеном в этой цепи, был сам Кришна, рассказчик Бхагавад-гиты. When he spoke it 5,000 years ago, that was the most recent time he spoke it, but he had spoken this knowledge many times before. 5,000 лет назад он поведал Бхагавад-гиту в очередной раз. Хотя мы понимаем, что на самом деле он уже много раз рассказывал до этого. So Krishna himself gave an example how he'd spoken that same knowledge millions of years ago to the Sun God. И сам Кришна подтвердил, что это знание было поведано впервые миллионы лет назад Богу Солнцу. But 5,000 years ago there was a need to re-establish the teaching. Therefore Krishna came and spoke it on Kurukshetra. Но с течением времени эта цепь учителей, передающих Бхагавад-гиту, прервалась, поэтому Кришна вновь на поле битвы Курукшетра поведал Бхагавад-гиту. So Krishna passes this knowledge through a line of succession. His first student is Brahma. Brahma is the first living entity in the universe. Таким образом, для передачи трансцендентного знания Бхагавад-гиты заново была установлена эта система духовных учителей, и следующим звеном стал Брахма. Брахма — это первое сотворенное живое существо во Вселенной. Brahma is known as the self-born because he was born from a lotus flower which came from the navel of Lord Vishnu. А Брахму еще также называют нерожденным или саморожденным, поскольку он появился на цветке лотоса. So Brahma was given the task to fill up the universe. И перед Брахмой стояла задача наполнить вселенную живыми существами. And in addition to receiving the message, the knowledge from Lord Krishna, he produced many sons. И так постепенно Брахма заселял вселенную, и первыми на свет появились его сыновья. One of these sons was known as Narada Muni, and he was a great devotee, and he also traveled everywhere speaking and teaching the message of Bhagavad Gita. Narada Muni, один из сыновей Брахмы, был Narada Muni. Он был путешественник и великий святой, который путешествовал по разным планетным системам. And then Narada Muni, he was the spiritual teacher of a great saintly person called Vyasa, who wrote many books, including the Bhagavad Gita. Впоследствии Нарада Муни стал духовным учителем Вьясы, который написал множество книг, включая Бхагавад-гиту.
Vyas heard the Bhagavad Gita. He heard Lord Krishna speak the Bhagavad Gita, and he wrote it down. Vyasa слушал, как Кришна рассказывает Бхагавад Гиту и записывал ее. Well, he didn't write everything himself, but he took help from Ganesh. Ganesh, the son of Lord Shiva, became his scribe, and he wrote down everything on behalf of Vyas. Ему также приходилось, помимо того, что Вьяса сам писал, он прибегал к помощи Ганеши, полубога, который с помощью своего бивня записывал текст Бхагавад-гиты. Right? You all know Ganesh? He's got the elephant head. Вы знаете Ганеши, да? С головой слона. He's a very useful person to have around. He could write the whole Vedas. He could write down all the books of Vyasadeva. Он записал очень много книг Vyasadeva. So Srila Vyasadeva, he was a powerful spiritual master also. And итак, Шрила Вьясадева стал сам могущественным духовным учителем также. He wrote books like Srimad Bhagavatam as well. Bhagavad Gita was from his one part, that was only one part of the Mahabharata, which is a very big book, very voluminous book, all written by Vyasadeva. И он также потом написал Шримад Бхагаватам, а до этого Бхагавад Гиту, хотя она на самом деле всего лишь часть огромного великого эпоса Махабхараты. Vyasadeva wrote these books because he knew Kali Yuga was beginning, and he had sympathy, he had compassion for all of us in the Kali Yuga. He knew we have very bad memories, so he wrote everything down. Шрила Вьясадева записывал эти книги, потому что понимал, что наступает Кали-юга, качество людей ухудшаются, у них слабнет память, и поэтому ради блага людей он записывал эти писания. He wrote everything, and then he retired. He didn't want to be here in this age, this Kali-yuga, because the qualities of the people are so unpleasant. He's in the Himalayas, and he's still there in the Himalayas. Закончив записывать Веды, Вьясадева удалился в Гималаи, где и находится по сей день. And he's waiting for this age of Kali-yuga to end. At the end of the Kali-yuga, he will come down. Он ждет окончания Кали-юги в горах Гималая очень высоко и спустится только когда этот цикл Кали-юги закончится. So the disciplic succession runs like that. From Vyasadeva, although he was in the Himalayas, it happened there was a great devotee named Madhvacharya who went to the Himalayas to find Vyasadeva. Вот таким образом цепь ученической преемственности продолжается, и у Вьясадевы потом впоследствии появился ученик, великий святой Мадва, который нашел в Гималаях Вьясадеву. Madhvacharya was preaching. He was teaching the message of Bhagavad Gita, but some people were challenging him, and they were saying, no, this is not right, you're not right, you're wrong. So Madhvacharya decided he would go to Himalayas and find Vyasadeva himself and ask him, is he right? Когда Madhvacharya начал представлять это знание, находились люди, которые спорили с ним и говорили, ты все рассказываешь неправильно. И чтобы обрести определенные аргументы, Madhvacharya отправился в Гималаи, чтобы заручиться поддержкой Вьясадевы, что его знание является истиной. So about 900 years ago, we're talking, Madhvacharya went into the Himalayas and he was able to find Vyasadeva, and he explained what he was teaching, and Vyasadeva said, yes, you're right, very good. Итак, 900 лет назад Madhvacharya так или иначе сумел разыскать Vyasadeva. Поведал ему, представил ему то знание, которое он проповедует, и Vyasadeva подтвердил, да, ты все говоришь правильно. So in this way Madhvacharya came back from the Himalayas and he preached this message around India. После чего Madhvacharya вернулся из Гималаев и стал широко распространять это знание по всей Индии. And then Lord Chaitanya appeared, and Lord Chaitanya also took initiation
in that same line coming from Madhvacharya. Позже пришел Господь Чайтанья, и он принял посвящение, стал частью этой цепи, которая идет от Мадхвачарьи. And our founder Acharya Srila Prabhupada, he is also initiated in that same line. И наш Ачарья Шрила Прабхупада, он также получил посвящение в этой цепочке. The Acharya Srila Prabhupada, like Srila Prabhupada, they present the teachings of the previous Acharya. They don't present their own philosophy. They present the message of the previous Acharya. И Шрила Прабхупада представляет знания, которые являются знанием, исходящим от предыдущих Ачарьев. Он не привнес что-то новое или какую-то выдумку. But they presented in a manner to make it understandable by the people in the present time. Но он принес это знание в такой форме, чтобы оно было понятно людям современной эпохи. If we were to read Madhvacharya's commentary, it's all in Sanskrit and it's very deep and scholarly, we would have a difficult time to understand anything. Если мы возьмем и попробуем почитать комментарии Мадхвачарьи, то, во-первых, они написаны на санскрите, во-вторых, они настолько научным языком изложены, настолько глубоки, что мы просто не сможем ничего понять там. But Srila Prabhupada kindly presents it in a manner to make it easily understandable by people all over the world. Но Шрила Прабхупада милостиво адаптировал это знание так, чтобы людям всего мира оно стало понятно. So this is a very special contribution of Srila Prabhupada as the founder of this Hare Krishna movement. Таков особый и беспрецедентный вклад Шрила Прабхупады в мир, то, как он представил сознание Кришны. We want you to understand the importance of passing down this knowledge in the disciplic succession. Мы должны понять ценность того, как нисходило трансцендентное знание по линии ученической преемственности. If someone is presenting a philosophy to you, you should ask them, where does this philosophy come from? Who taught you this knowledge? Когда нам кто-то представляет какие-то свое изложение, какое-то знание, мы должны задать ему вопрос, откуда ты получил это знание? And if they say, well, it's my own philosophy, I've invented it myself, then you know it's nonsense. Если человек скажет, что я сам, скажем так, создал эту философию, это мое понимание, то нужно понимать, что все это чепуха. It must be nonsense because we're not perfect, we're imperfect, we're conditioned souls. Чепухой это является потому, что мы несовершенные обусловленные души. We have certain defects which make us conditioned. Это означает, что у нас есть недостатки, которые делают нас обусловленными. Our senses are not perfect. Наши чувства несовершенны. We make mistakes. Мы постоянно совершаем ошибки. We're easily put into illusion. Мы очень легко впадаем в иллюзии. And we have the tendency sometimes to cheat or to be cheated. И у нас есть склонность обманывать или быть обманутыми. We would often hear from our teacher that there are often in this age, in this society, there's only two kinds of people. One is the cheater and the other is the cheated. В таких случаях, когда один другому что-то излагает, как правило, появляются только две категории: обманщик и обманутый. The real philosophy, the genuine knowledge, has to come through the line of disciplic succession, and the originator of the disciplic succession is the Supreme Lord Himself. Истинное знание может быть снизойти только через по линии ученической преемственности, где основателем этой линии является сам Верховная Личность Бога Кришна. We have to hear from the right authority. Поэтому и необходимо получать знания, слушая истинного представителя. Then if we hear from the wrong person, then we'll never get anywhere. We'll never make anything right. Потому что если мы слушаем из неправильного источника, мы не узнаем вещи правильным образом. So the authority is someone who has received the knowledge through the line of disciplic succession.
правильным или авторитетным источником является тот источник, который сам получил это знание через линию ученической преемственности. This system was established by Lord Krishna himself. Так эта система была построена самим Кришной. We sometimes give an example to help you understand the importance of this disciplic succession. Для облегчения понимания важности существования линии ученической преемственности мы приводим один пример. In some countries they have mango trees, and the mango is a very sweet but very delicate fruit. It can be easily damaged. В некоторых странах растут плоды манго. Манго – это очень сладкий фрукт, и вместе с тем очень легко повреждается. So mango fruits are very valuable. They're quite expensive to purchase mangoes. So people take a lot of care when harvesting mangoes. Это довольно дорогой фрукт, и поэтому люди прикладывают много усилий, чтобы выращивать манго. And mango trees grow very big. They can go quite tall. А деревья манго, они очень высокие, плоды находятся довольно далеко. So when the fruits begin to appear and when they're ready for harvesting, then they pick them very carefully and pass them down from one branch to another. И когда фрукты, плоды манго созрели и готовы к сбору, то их аккуратно срезают и передают вниз по веткам. You know, if you have oranges, you know, oranges, you know, they don't bruise, they're not so delicate. You can just throw them to the ground and pick them up off the ground. Например, апельсины, они совсем не такие, у них жесткая кожура, и поэтому даже когда они падают на землю, они не повреждаются. But the mango, you can't just throw it to the ground. Но если вы манго сбросите на землю. And even if you throw it down to somebody, if he tries to catch it, he can squash it, crush it in the hand. Даже если вы кому-то бросите манго в руки, настолько нежный фрукт, что он у вас просто превратится в размазню. So you handle it very carefully. Поэтому его, этот фрукт, как правило, передают очень бережно из рук в руки. Pass it from one branch to another, one person to another, until it gets to the ground. С веточки на веточку, от одного к другому его передают до самой земли. In the same way, this knowledge of Bhagavad Gita has to be passed down carefully through a line of succession. Точно так же знание Бхагавад-гиты требуется передавать очень бережно через линию ученической преемственности. If we simply try to understand this Bhagavad-gita on our own, we're not going to get very far. Но если мы будем своими собственными силами пытаться интерпретировать Бхагавад-гиту, то мы так далеко не уедем. We'll make many mistakes. We'll get many things wrong trying to understand it on our own. Пытаясь своими собственными силами понять Бхагавад-гиту, мы допустим, конечно же, много ошибок. Just like if you play the piano. If somebody learns to play the piano on their own, and then they go to the teacher, then it's very difficult for the teacher. Это подобно игре на пианино. Если вы хотите научиться играть на пианино, вам надо обратиться к учителю. Because on your own you've learned many bad habits, you've done many things wrong, you didn't learn the right way. Если же вы будете пытаться самостоятельно обучаться игре на пианино, то вы можете освоить игру не совсем верным способом и будете играть с ошибками. And the teacher will say, oh, if only you had come to me in the beginning, if I could teach you from the beginning, it would be so much easier. И тогда истинный учитель скажет, почему же ты не пришел ко мне с самого начала? Теперь я бы тебя обучил без всех этих ошибок, которым ты уже привык и научился. You do everything wrong. You've got all the faults. Теперь ты приучился к каким-то помаркам, и они у тебя стали привычкой. So having a teacher is very important part of understanding Bhagavad Gita. Таким образом, в понимании Бхагавад-гиты существенную роль играет наличие духовного учителя. And the teacher, his qualification is that he studied under a teacher. А квалификация духовного учителя является изучение Бхагавад-гиты под руководством своего духовного учителя. Right. One who is a good student should go on to become the teacher. Хорошим учителем становится как некогда хороший ученик. And
It's not the same way. The one who is who taught him, he also had a teacher. The original teacher is Krishna. И так от одного к другому, пока мы не перейдем к изначальному учителю, которым является Кришна. Because he's the source of all knowledge. Который является источником любого знания. Krishna himself says in the Bhagavad Gita that there is no truth superior to me. Кришна сам объявляет в Бхагавад-гите, что нет истины выше, чем я. Everything rests on me, just like pearls are strung on a thread. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. So, only Krishna says like that, no one else. Только Кришна может сказать такие слова, никто другой. Okay, there are many other so-called gods. We hear about Brahma and Shiva and Vishnu and Ganesh and Durga. What do they ever say that? No, none of them. Мы знаем имена многих полубогов. Брама, Шива, Ганеша, Дурга, но никто из них не может утверждать такие слова. Because Krishna is the highest truth. Так как только Кришна является высшей истиной. And he is teaching, he's distributing, passing this knowledge on. И он обучает, не посылая это знание. Because he knows this knowledge will save us from the miseries of material existence. Это знание помогает нам избавиться от страданий материального существования. Bhagavad Gita, the cure for the real disease, the disease of material life. Bhagavad Gita – это лекарство от болезни материальной жизни. This is the real problem we are facing, the real disease, the disease of materialism. Истинная болезнь, с которой мы сталкиваемся на протяжении всей нашей жизни, это материализм. Actually, we are all spiritual. We are all spiritual living entities. We're not material. Поскольку изначально все мы духовные живые существа, не материальные. But we are trying to focus on the material. We've made matter the center of our life. Наша ошибка лишь в том, что мы сделали материю центром нашей жизни. We have to learn how to convert matter into spirit. Теперь нам надо научиться превращать материю в дух. And this is taught by Bhagavad Gita. И этому учит Бхагавад Гита. We have to learn this knowledge of Bhagavad Gita. Поэтому нам требуется постигать Бхагавад Гиту. Any questions? Есть ли вопросы? Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня два вопроса. Один вопрос. При каких условиях открываются знания? При каких условиях открылись знания Виласвану и Арджуне? При каких условиях Ясадев стал записывать эти знания? I have two questions. First question is, what is conditions when... кто там Ясадев? При каких условиях кто? При каких условиях Виласвану и Арджуне открылись знания? При каких условиях... Ясадев стал записывать эти знания. In what conditions Arjuna and Vivasvan was enlightening by this knowledge? Not just get, but enlightening this knowledge. And also in what conditions Vyasadev began write these scriptures? Well, Arjuna and Vivasvan were given this knowledge because Lord Krishna wanted to re-establish the principles of religion by teaching them. Эти знания открылись Вивасвану и Арджуне, поскольку Кришна хотел восстановить утраченную систему преемственности. Just like when Krishna taught Arjuna at Kurukshetra, at that time Vyasadev was able to hear everything. Когда Кришна рассказывал это знание на Курукшетре, то Бог Солнца также мог слышать все происходящее. So he wrote everything down in the Mahabharata. Ясадева записал все это в Махабхарате. Bhagavad Gita is a part of the Mahabharata. Бхагавад Гита, будучи частью Махабхараты, там содержится. And similarly, Vivasvan, the sun god, Lord Krishna enlightened him in this knowledge because he was the root, he is the king of the sun, and the sun is the king of all planets.
Вивасвану открылись эти знания, поскольку он является Богом Солнца, а Солнце является царем всех планет. So the king of the sun is a very important person. Бог Солнца очень важная личность. And by giving him the knowledge was passed on to others. И давая ему знания, можно было быть уверенным, что это знание распространится дальше. Because people are influenced by the actions of a leader. And the sun god is the greatest leader. Поскольку люди попадают под влияние или склонны идти за лидером, а Бог Солнца, несомненно, является лидером, все уважают Солнце. And Srila Vyasadeva wrote all these books down because he knew the Kali Yuga was beginning. Vyasadeva записал это знание, поскольку увидел, что Кали-Юга начинается. He knew that people in the Kali Yuga have bad memories, so he wrote it all down for them. И он понимал, что память людей слаба, и им потребуется записанное знание. He wanted to give them something to take shelter of, that they could find, they could read these books, and they could be, their lives could be changed. И поэтому это записанное знание поможет им однажды с ним соприкоснуться, и их жизнь поменяется. So Vyasadeva arranged to have all the books written. И так Вьясадева организовал запись этих знаний в книге. Mm-hmm. Ответил на вопрос? Юрий Кришна. Mm-hmm. Второй вопрос. Может, кто-то еще? Тогда второй вопрос, но он может не совсем в тему лекции все, но у меня просто был такой вопрос. Mm-hmm. Да. Second question. Как научиться быть сдержанным в мыслях? My second question is how to control our thoughts. How to control our thoughts? In other words, how to control the mind? Да, другими словами, как научиться сдерживать ум? Yes. Well, higher than the mind is intelligence. На выше ума находится разум. We give the example that the senses are like wild horses. Приводится пример, что чувства — это необузданные лошади. And the horses are controlled by reins, or ropes, which are put through the mouth of the horse. А лошадей можно контролировать с помощью удил, которые у них во рту находятся. So the senses are like horses, the mind is like these reins, which are driving the controlling the horses. Итак, чувства — это лошади, а ум — это вот эти удила или вожжи. And the intelligence is like the driver. А разум же подобен вознице или кучеру. You have to have a good driver holding the reins to control the horses. Нужно быть хорошим возницей, чтобы управлять лошадьми с помощью вожжи. And that intelligence is seated next to the soul. Разум находится очень близко к душе. So the soul is aware of our situation. А душа является таким пассажиром в ситуации. We have to cultivate intelligence. We get good intelligence by hearing from the Bhagavad Gita and by practicing Bhakti Yoga, and will give us good intelligence. И наша задача — это укреплять разум с помощью слушания Бхагавад Гиты и практики, которая одухотворяет разум. And in this way we'll be able to control our mind. Таким образом, мы становимся способными к контролю ума. We have to have the intelligence. Поэтому нам требуется разум. The mind will think, I want to do so many stupid things. I want to rob the bank. У ума всегда будут какие-нибудь глупые идеи. Я хочу ограбить банк. But the intelligence will say, no, no, please, don't do that. You'll go to jail. А разум говорит, я рекомендую, пожалуйста, тебе этого не делать, по тебе тюрьма будет плакать. We have to have intelligence. We get this good intelligence by reading Bhagavad Gita and by chanting the holy name, hearing about Krishna. И наш разум становится сильным и хорошим, изучая и благодаря изучению Бхагавад Гиты, благодаря слушанию Кришны. It's a training. We have to train our mind. Это тренировка, и мы тренируем разум. The mind can be the friend, and the mind can be the enemy. Ум. И через эту тренировку мы тренируем ум. Ум может быть врагом, ум может быть другом. It's up to us how we use the mind. Все зависит от нас, как мы пользуемся умом. Just like the knife can be used to kill, but the knife can be used by a doctor to heal.
Ножом тоже можно пользоваться как орудием для убийства или орудием для лечения в руках доктора. So the mind can elevate us, but the mind can also degrade us. Также и ум может возвышать нас и может толкать нас к деградации. We have to learn how to make the best use of our mind. Поэтому нам нужно учиться лучшему применению нашему уму. And to do that, we have to have good intelligence. И сделать это можно только с помощью хорошего разума. Который будет направлять нас и помогать подняться на более высокий уровень. There is pleasure for animals like the pig, which eats terrible, obnoxious, dirty things. Для свиней наслаждением является поедание всяких отвратительных компонентов. So if you want pleasure like that, then you don't, well, you don't need to control your mind. Если у кого-то есть такая склонность, то такому такой личности не особо нужно беспокоиться о контроле ума. You don't need much intelligence to enjoy like a pig. Много ума не надо, чтобы наслаждаться как свинья. But if you want the higher pleasure, which is more fitted to the human form of life, you will have to have proper intelligence. Но если вы хотите наслаждаться более высоким уровнем, который доступен в высших формах жизни, для этого требуется присутствие сильного разума. We have to learn what things we should do and what we should not do. Требуется изучить, какие вещи можно совершать, какие вещи не следует. Proper ways of living and acting. Правильные дела и образ жизни. Intelligence can guide us. Разум ведет нас. Скажите, пожалуйста, роль духовного учителя в жизни, в отношениях между учеником и Кришной. Сейчас поясню. Ученик пианиста, научившись играть, уже играет сам без тренера, без преподавателя. В отношениях между живым существом и Господом. Для чего тогда нужен духовный учитель в дальнейшем? Mm-hmm. And the question is, for example, when we study piano playing, first of all we need a teacher, but when we professional piano player, we need no need other no more need the piano teacher, but in relations between spiritual master and the pupil, disciple, why we need constantly presence or relations with a spiritual master between Lord himself and his living entity. Well, just like we said about the piano player, when he becomes very expert, he will remember everything he had learned from his teacher. Когда мы говорим о человеке, который уже научился играть на пианино, то это значит, что он получил или запомнил все от своего духовного учителя, от своего учителя. And he will apply the knowledge which he had learned in the course of his training and his lessons. He will be applying that knowledge when he plays professionally. И теперь этот пианист применяет все то знание, которое он получил, наилучшим образом. In the same way, we accept a spiritual teacher, we accept the guidance by his instructions. The instructions are eternal. И таким же образом с духовным учителем мы принимаем не только самого духовного учителя, но и его наставления. Вот с нами всегда остаются его наставления, наставления вечные. Spiritual master is not eternal. Духовный учитель не вечен. But he's passing on that knowledge which is coming through the disciplic succession. Но он передает знания, полученные через линию ученической преемственности. So we should feel some gratitude to him for giving us that knowledge. И мы, получив это знание, чувствуем безграничную благодарность ему. That's why we remember the relationship with the spiritual master. Вот поэтому мы памятуем всегда об отношениях с духовным учителем. Because the scriptures say that actually you cannot repay the debt which you owe to the spiritual teacher for giving us that knowledge.
Поскольку Писание говорит, что вы никогда не сможете отдать тот долг, который долг того блага, который вы получили от духовного учителя. And the spiritual master, he's not looking for something, for some financial return from the student, but he would like the student to continue to pass on the knowledge to others. Духовному учителю не требуются какие-то финансовые, скажем так, отплаты или возвраты. Для него, для духовного учителя важно, чтобы ученик применял и передавал дальше трансцендентное знание. That is the most pleasing thing to the spiritual master. Это принесет наибольшее удовольствие духовному учителю. When he sees that the student takes the knowledge and gives it, passes it on for the benefit of others as well. Учитель счастлив, видя, как духовный, как ученик применяет это знание сам и помогает обрести его другим. Спасибо за лекцию. Что означает передавать знания без искажений? И значит ли это, что это нужно повторять, как попугай? И как это может делать душа с четырьмя недостатками? Вот это первая часть. Кто может быть истинным представителем Парамбары? Thank you very much for the lecture. My first question is what does it mean to transfer this knowledge to others without any deviation? Does it mean that we repeat like parrot, or maybe we speak this like in another manner? And how can we do it if we condition salt with four faults? Mm-hmm. Well, of course we're conditioned souls and we have faults, but we have to be sincere in our desire to want to repeat what we have heard from our own teachers. Безусловно, мы остаемся душой с четырьмя недостатками, но наша квалификация — это истинное желание передавать все, как мы услышали, без, как оно есть. So with that sincere motive, sincere desire to want to present the knowledge, then we can overcome the tendency to change or to cheat. Истинный мотив или вот это искреннее желание передать знание, как оно есть, помогает нам избегать при внесении недостатков или каких-то вот этих вот склонностей обманывать. And we don't have to just simply repeat everything as it was said, but we want to present it in a manner to make it easily understandable by the people we're speaking to. И передавать это знание без искажения не значит, что мы просто бездумно повторяем, это значит, что мы более понятно объясняем то знание, которое сами усвоили. We have to understand the audience, and we have to understand their mind and their mentality. Мы должны почувствовать аудиторию, мы должны понять их уровень понимания и стараться передать им то знание так, чтобы они его смогли понять. And recognizing their nature, then we want to try to present the teachings in a manner that they can accept it. Если мы сможем понять природу слушающих, тогда мы сможем найти способ донести знания до них. But it's not necessary that you have to repeat exactly the words as it was stated. Тогда не придется просто бездумно повторять слова, как заученные. We want to put it in a nice form to make it easily understandable. That's the main thing. Главной вещью является облечь это знание в понятную форму. We said how Madhvacharya, he was writing in Sanskrit, and it was very deep philosophy. Мы уже сегодня упоминали, что, например, в трудах Мадхвачари очень сложная и глубокая философия научным языком. But Prabhupada put it in a language to make it easily understandable. Но Шрила Прабхупада заключил это знание в очень понятную и простую форму. And he gave many examples to help us to understand also. Также он приводил множество примеров, позволяющих легче понять нам то, о чем он говорит. So this is important. Вот это важно. And the second.
second question. Second question is, what is the qualities of a real representative of Lord? Да? Ну, представитель Парампары. Ага. What is the qualities of a real representative of Guru Parampara? Well, representative of Guru Parampara will present the message as he has received it through the Parampara without alteration. It's not going to change the meaning. And what qualities they have? Well, quality is that they're faithful to the previous acharya. Главным признаком представителя Гуру Парампара является преданность предыдущим ачарьям. They represent their teacher. Представлять означает учить в соответствии с. So to be chaste, to be faithful. То есть нужно быть честным или преданным предыдущим ачарьям. One should not be envious of the previous acharya. Не завидовать им. And we shouldn't think we can do better than the previous. Не считать, что я смогу передать лучше, чем они. But simply try to repeat. Пытаться донести. Yeah. Any other question? Может, еще вопрос? А есть такое понятие искренне заблуждаться. В данном случае вопрос к Ананда Шьям. Если представитель Парампары искренне заблуждается в своем восприятии знания, то, которое ему было передано. So the question is, but if the representative of Parampara somehow or other sincere in illusion and change or deviate that knowledge which he get and sincerely say not proper, but he don't understand this. Well, that this means it's not sincere, right? Значит, по идее, он тогда сам не искренен. You're saying he's sincere in trying to change. Innocently. Okay. Yeah, innocently. Yeah. Okay. Okay. Innocently. Yeah. Well, that. So everything has to be checked. Поэтому все требует проверки. We don't just say only sadhu. We have to have sadhu, shastra, and guru. Вот чтобы не произошло вот этого искреннего заблуждения, точнее невинного заблуждения, существует степень проверки не только саду, а еще гуру и шастра. So there are three authorities, not just only guru. Не один гуру, а три авторитетных источника. The guru is one who will present the shastra. Гуру это тот, кто представляет шастру. And he will present also the message of the sadhus, the previous acharyas, the other authorities. И также он представляет других авторитетов или предыдущих ачарий. That's what makes him guru. Вот это его и делает гуру. Because he presents whatever he says is confirmed from the shastra. А как проверить, что он действительно говорит то, что взять и проверить в шастра? And it's supported by the words of the other sadhus. А то, что говорится в шастрах, подтверждается и другими ачарьями или саду. He didn't change anything. И это все не искажено. So they have to be parallel tracks. They have to be going this. Эти линии должны идти параллельно, не искривляться. The three. Три. Sadhu, shastra, guru. Эти три источника идут рука об руку. Гуру, саду и шастра. Guru follows shastra. Guru следует шастре. If he says, "Oh, we don't need shastra," then what kind? He's not real guru. Если он говорит, нам не нужны шастры, то какого тогда он уровня является учителем? You get sometimes these people today. They will say, "No, we don't need shastra. Just listen to me." Сейчас это очень популярно. Да что там в шастрах? Слушайте меня. So you know, this is not real teacher. Это таких людей нельзя считать истинными учителями. But still, some people are very good talkers. They will attract many people. Но эти
Шельмецы привлекают много людей. Many people like to be cheated. Потому что очень многим людям хочется быть обманутыми. Хочется услышать то, что они хотят услышать. They will say, oh, he's a very good cheater. И они говорят, о, он супер обманщик. Okay. No other questions? Нет, so we'll stop here. Остановимся. Можно вопрос? Yes. Не сочтите за критику, но хочется те люди, которые дают знания, ну, брамана, да, то есть они приходят, почему они не учатся красиво петь, почему они не учатся красиво говорить, не учатся актерскому мастерству, не учатся пению. Но они умеют играть, но многие из них не умеют петь. Многие из них имеют знания, но не умеют о нем красиво говорить, чтобы привлекать людей. Многие из них поют так, что ты с ними, ну, не можешь это спеть сам, то есть, ну, так это очень неудобно. Вот у Искона есть какая-то программа, чтобы людей как-то направлять, то есть, ну, вот давать им такое вот объект, то есть, чтобы они могли привлекать людей своей красотой пения, своим красивым изложением мыслей. И вот у меня такой вопрос. My question is not accept this is as criticism, but have ISKCON some maybe project or something else for brahmanas, for preachers, for others who represent this knowledge, because some of them cannot sing properly, some of them cannot speak beautifully, very nicely, attractively, some of them not maybe do something maybe correctly or very attractive. Have ISKCON some programs for educate brahmanas and speakers to sing properly, play properly, attractive and beautiful? Yeah, we do. We have, for example, there's one Kirtan Academy in Mayapur. Да, такие проекты есть у ISKCON. Например, в Майпуре действует Kirtan Academy. People often go there, study there. А люди туда приходят, изучают искусство пения киртана. And we have also other some people who are very musically adept, and they often come around and they will teach devotees. А есть преподаватели, которые обладают знанием музыкальной грамоты, они дают образовательные курсы для преданных. YouTube как-то это Can I find it in YouTube? Yes. Да. You can find. You can find for everything, for the madanga, for the harmonium, for the kartal, it's all there. YouTube. Все это выложено, там есть уроки мриданги, физгармонии, каратал. Different devotees teaching. А различные преданные проводят обучение в рамках таких проектов. Пение понятно, а вот про оратор. But for example, about rhetoric or orator, art. Rhetoric, art of nicely speak, yeah. Well, that's of course a more difficult thing. It would depend a lot on the language as well. Это непростая вещь, она во многом зависит от того, на каком языке вы говорите. So that's a more local thing, maybe in each country there will be people teaching. Это достаточно локальная вещь. В каждой стране, я думаю, будет своя какая-то методология. But we do encourage some devotees do try to improve, try to help us. Но какие-то преданные занимаются этим, улучшают на этом поприще текущее положение дел. You have to understand that we're not professionals, you know, we're not just doing this as a business for making money. Ну и, конечно, не нужно забывать о том, что мы не ставим своей целью стать профессионалами в какой-то вот этой узкой сфере для зарабатывания денег. But the important qualification is the devotion. Главная квалификация, на которой мы сосредотачиваемся, это развитие преданности. Other people, sometimes people may be very charismatic and very powerful. You can see on YouTube also many wonderful speakers. Есть люди, которые уже являются профессиональными харизматиками или риториками. Это можно увидеть на YouTube, как они там излагают какие-то
какой-то материал. We do have a lot of material everywhere on the internet. You can see also many Russian devotees speaking, giving very nice lectures. Но и в русском просторе интернета вы можете найти преданных, которые очень логично, ловко и привлекательно излагают. Okay. Hare Krishna. Okay, so we will stop here now. Bhagavad Gita ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Lord Premanande. Jai. Go back to Vrinda ki jai.